Хорошо, снимаются все маски. Голограмма 1, 2, 3. Все вокруг предстает согласно эфирному коду 1, 2, 3. Ты на месте? Да. Отлично, хорошо. И на счет 3 находи меня в энергоинформационном поле. 1, 2, 3. Перемещается на корабле туда. Вроде нашла. Снимаются все маски и голограммы. 1, 2, 3. Играют ярко-красными подключиками. 1, 2, 3. Ты видишь их четко и ясно, если что-то есть. Все накидка, она душит тебя. Вот. Причем раньше она была красной стороной вниз, сверху черная. Теперь наоборот. Понятно. Сверху красная. И ты показываешь на нее, на горло перерезала. Ну, я говорю, что перерезала. Завязана на горле. Отлично. Больше ничего нет? Только эта накидка на мне, да? Да. Защищай мой биоробот защитными потоками из энергии Абсолюта. Бери меня в защитный костюм и поднимай в стоп. И на счет 3 я сажусь в корабль, и мы вместе с тобой поднимаемся в нейтральную зону Млечного Пути. 1, 2, 3. Я же забыл, ты на корабле. Но ты не можешь ее снять. Ты начинаешь икать как-то, но она не снимается. Ну, давай тогда сканеру передадим эту работу. Давай. Да? Хорошо. И я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких моих тел, находит моего намерения. Значит, 3 сканер начинает сканировать. 1, 2, 3. Сканер делает все автоматически. Обнови сканер. И я даю команду, сканер начинает делать апдейт до последней минуты. Информация со всей Вселенной поступает, со всей информацией, со всеми разработками любых цивилизаций. 1, 2, 3. Пошел апдейт. А вот сейчас он снял его с тебя, этот плащ, и у него как кольцо. Вот. Кольцо, и оно сдавливает все тела. Кольцо он снял или нет? Да, он снял, и оно сейчас с этой накидкой в клетке. Хорошо. Еще что-то нашел? Полоса у тебя осталась на шее. Хорошо. Так, и от этой накидки, от этого кольца, силы моего намерения, выстраивается канал к ответственному. На счет 3, 1, 2, 3. И сила моего намерения, я притягиваю ответственного за эту подключку по каналу в клетку тюрьму. Он становится моим заложником, силы моего намерения. Да будет так. А так и есть. Начинает выстраиваться канал и притягивает ответственного. Если это голограмма, от голограммы выстраивается канал и притягивает последнего ответственного. Все в цепочке становятся рядом. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Один у нас. Кто? Гуманоид. Отлично, замер в клетке. 1, 2, 3. Ощущение, что он с каким-то прибором пришел сюда. Таким, знаешь... И сила моего намерения, этот прибор, оказывается, в соседней клетке не может его достать. 1, 2, 3. Готово. Отлично. Так, у меня там кольцо, накидка, да, рядышком висят, да? В клетке, да. Хорошо. Больше каналов никаких нет, Вера? Нет. Просканируй, пожалуйста, мое тело на наличие яда или каких-нибудь воздействий. Насчет 3 сканер начинает сканировать. Ярко-красными маячками загораются места интерференции. Если что-то чужеродное находится в моем биополе на наноуровне, силой моего намерения, я включаю свет внутренний, и он выходит из моего биополя и начинает скручиваться в шарик передо мной. 1, 2, 3. Ну, у тебя вот эта боль как вышла, в шарик скручивается из всех тел. Открывается портал в галактическое ядро. Как он скрутил? Он скрутился или еще что-то осталось? Скрутился. Горло попустило. Все. Открывается портал в галактическое ядро и скидываем туда. 1, 2, 3. Так, закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Так, считай цифры над головой этой твари. 1, 2, 3. Видишь, числа четко и ясно. 1, 2, 3. Или у них нет чисел? Должны быть звания. 623 появляется. 623. Знаешь, он как... Это не голограмма, Вера? Это не голограмма. Ну как, можно ее и голограммой назвать, но вот он как одет в гуманоида, и из него то хвост торчит, то еще что-то появляется. Отлично. Направляю на него свой щит семи архангелов мощнейшим потоком света, сжигая голограмму. 1, 2, 3. Выходи, ящур.
Это он. Кто? Ящер. Отлично. Считай цифры над головой. 1, 2, 3. 623. Так, паразит. Опять попался, да? Алло, ты отвечаешь или нет? Он говорит, ты должен гордиться. Чем? Носить нашу накидку. Я гордит? Я тебе сейчас покажу, что такое гордит. У нас разные понятия гордости. И силой моего намерения одеваем ему на горло это кольцо. 1, 2, 3. Одевая на него эту накидку. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Сжимаю кольцо до максимума в 2 раза. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность эту накидку. 1, 2, 3. Получай назад все, что ты дал. Говорит, ты все неправильно понял. Я здесь, чтобы посвятить тебе в свои ряды. Я тебя уничтожу сегодня. Я тебе предлагал войти в меня. Я тебя звал, паразит. Это честь для тебя. Какая честь? Я тебя сейчас уничтожу этим лазером. Я неправильно понял. Ты, сволочь, меня душила сегодня? Ты мне передавила голову и хочешь меня еще куда-то посвятить без моего, против моего намерения? Вера, вы колбасит там или плохо, нет? Плохо, да. Отлично. Хорошо, пусть чувствует. Рептилия, как ты зашел в мое биополе? Рассказывай. Если хочешь, чтобы я тебя не здесь не сжег кучку пепла. Ну, вот этот, который прибор у него рядом, он как знаешь, как сказать, увеличительный такой, штука, которая как телескоп, что ли, который смотрит, он и направляет куда-то. Концентрирует. Это лазер, то есть вот он с него смотрит и пробивает. Отлично. Какая классная игрушка. А ну-ка, давай я ее беру в руки, направляю на него этот лазер и пробиваю его, все, что там пробивается. Удар. Получится или нет, интересно? От него волны идут. Класс. То есть он не пробивает его? Он не пробивает. Хорошо. И? Он мне как надо... растворяется в его... В его биополе. Хорошо. Но это даже не биополе, а вот как защита вокруг него. Волнами какими-то торгает. Хорошо, и я бью по этой защите своим лазером. На счет 3. 1, 2, 3. Удар! Вот он его поразил. Славно. Я тебя посвящаю сегодня, клоун хвостатый. Это честь для тебя быть посвященным лазером моим. Он рычит сейчас. Отлично. То, что мне и надо было. Та реакция, которую я и хотел. И появляется в моих руках шар атмана. 1, 2, 3, огромный. Я кидаю в него. Начинает его прессовать. Пошел свет. Сгорел. Отлично. Хорошо. Убираю шар, входит в меня. Что там осталось у нас? Пепел. Пепел. И открывается портал в галактическое ядро. Пепел улетает в галактическое ядро. Вместе с ним улетает все, что он принес с собой. 1, 2, 3. И силами, закрывая, печатаю, растворяю. И силой моего намерения даю мощнейший удар. 200 тысяч герц, сжигая все каналы, которые есть. 1, 2, 3. Удар. Попали каналы. Отлично. И открываю, включая высоковибрационные фиолетовые лучи и сканирую комнаты, вытесняя все чужеродное. Все, что не относится к нашей энергетике, уходит в галактическое ядро. 1, 2, 3. За пределы этой комнаты. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Ой, как хорошо стало. Фух. Отлично. Хорошо, выходи. Вера, остался прибор там вот этот, который он там прожигал? Нет, уничтожили. Ну и все. И не надо. Можно было бы на память оставить. Влад, а как так получилось, что он на тебя накинул это кольцо? И ты не заметил? И эту накидку? Ну вот этим своим инструментом он пробурил. Пробурил, да? Дырку. В уплотненной энергии. И запустил туда вот это кольцо с накидкой. Нам нужна какая-то новая специальная... Вот так и делаю установку. Отлично, благодарю.